Тоже вариант. Осенняя фотография. Йога проводится на природе в окружении миниатюрных, дружелюбных козочек, которые чувствуют себя совершенно спокойно рядом с незнакомыми людьми и нередко приходят за тем, чтобы напроситься на ласку. Вот так взвешивают сову. Чашечка к обеду. Детская площадка на даче. Строитель в ударе. Хорошая идея. Миланский собор, Италия. Фонтан Монжуик, Испания.